правда, тому, что мы послушаем TeamSpeak именно этой команды сейчас. И, конечно же, я команде напишу об этом, а Макс, наверное, зачитает у нас новые твиты, если такие да. у нас есть. Хотел что написать, а я на самом деле хотел тебе задать вопрос. Прошел слух, что 7.42 вскоре будет заменен на 7.40. Правда ли это? И как бы ты это прокомментировал? Впервые слышу. Впервые слышу. Ну там был вариант, почему менять на 7.40. Это чтобы не брали 5 восьмерок и 2 тайни, чтобы брали, допустим, там 2 восьмерки, 2 семерки и еще какую-нибудь технику, чтобы впервые варьировать слышу. Как-то и было. Да, конечно, интересно. Вариации, все дела. Все вроде бы нормально, но впервые слышу. Ну, насчет, конечно, таких смелых утверждений насчет того, что вскоре будет заменен, это точно вряд ли. Возможно, кто-то такие обоснует этот предположения формат. Были, конечно, небольшие. Может, кто-то обоснует. Начнет играть в этом формате и, возможно, покажет, каково это вообще будет. Возможно, будут какие-то размышления. Конечно, я бы посмотрел, но вряд ли бы пока это где-то сейчас игралось. Давайте стату быстренько взглянем. Так, футбол. Футбол у нас настрелял 1251. Мы в этом раунде не так много видели урона, но, тем не менее, семечко. Семечко, которое до последнего момента думал, что он стрельнул один раз и пробил. Но, тем не менее, 1156.75% этого урона было нанесено вслепую. За это, конечно, ему отдельное спасибо. Молодец. Никита, Буратино и Оби-Ван закрывают на 105 по урону. Ну, наверное, еще посмотреть эффективность, кто там успел, не успел захватить, да сбить. Может, какие-то цифры будут интересны. По-моему, только один сбивал захват базы, насколько я успел заметить. Никита засветил, немного подамажил. Небольшой, такой, вообще реально большой коэффициент у него. Побольше, чем остальных. Вообще. Побольше, чем этих 2-1, намного, прям, да, очень намного. Да. Буратино, Павлик, футбол, вакуум закрывает топ-5 по эффективности. Ну, тут в основном только... Ну, пока у нас такие, конечно, маленькие цифры, мизерные показатели, но дальше будет все больше, конечно же, намного лучше показать...